Тебя просил я быть на свидании, мечтал о встрече, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутившись, сказал он. С утра побрился, и галстук новый, горошек синий я надел. Купил три астры, в четыре ровно я прилетел. Я хотел. И я хотела. Я так ждал. И я ждала. Я был зол. И я сердилась. Я ушел. И я ушла. О, мы были оба. Я у аптеки. А я в кино искала вас. Так значит завтра на том же месте в тот же час. И я хотела. Я так ждал. И я ждала. Я был зол. И я сердилась. Я ушел. И я ушла. Ха! Мы были оба. Я у аптеки. А я в кино искала вас. Так значит завтра на том же месте в тот же час. Так значит завтра на том же месте в тот же час. Ну конечно завтра. Так значит завтра на том же месте в тот же час. Спасибо. Проходите, пожалуйста, да. Какие вы красивые. Мы старались. Настоящие стиляги. Костюмы современные или того времени, тех лет? Настя у нас спец по костюмам. Скажем так, что что-то досталось все-таки из бабушкиной шкатулки. Ну, конечно же, многое шито, но все равно шитое по тем моделям мы искали. Смотрели, долго выискивали. Да, костюмы того времени. А у вас же и сценические имена есть, да? Вы да. Луиджи. Я Луиджи. Стелла. Стелла. Вот Черногруф мне больше всего, конечно, запомнился. Черногруф сидит там. Сидит скромненько. Но у вас есть песня «У кого длиннее кок», по-моему, называется. Есть, да? Такая. Есть такая песня. Но кок, Стелла, только у вас, у остальных нет. Это какие-то ненастоящие стиляги. А это сегодня. Это сегодня. Это просто сегодня. Такое исключение. Ни у кого нет кока. А просто на самом деле мы сегодня не в самых ярких костюмах, которые у нас есть. Вот, мы их меняем. Да. Вот. От этого зависит еще и прически. Допустим, да. У Стеллы сегодня тоже оригинальная прическа. Да. Вообще, расскажите о связи юмора и рок-н-ролла. Мне кажется, прям вот без юмора никуда. Конечно, совершенно правильно. Какой рок-н-ролл без юмора, без позитива, без мега вообще брызгов, взрывов, радости, какого-то даже где-то немножечко на грани сумасшествия. Это должно быть без юмора никуда. А как вы ищете это состояние? Все от настроения. Все от настроения зависит. От настроения, хорошее настроение, мы его ловим. Ну, и оттуда, конечно же, люди. Юмор. Конечно же, люди. Люди в наших концертах, да. А насколько тяжело вам было найти вообще друг друга и сколотить такой коллектив? Вы знаете, подобное тянется к подобному. Все дороги ведут в Москву, можно так сказать, да. Перефразировать, да. Вот. Ну, здесь мы все и встретились, по большому счету, и все из разных городов. И понимаете, в каждом городе есть свои краски. И когда краски вот так вот как бы складываются, очень... Сгущаются. Ну, не сгущаются, а именно просто, понимаете, вот подходит, да, палитра. И вот мы как-то вот срослись, и получилось, что у нас неплохой такой яркий букет получается. А где вас можно услышать в ближайшее время? Какие концерты будут? Ближайший концерт у нас будет 12 февраля в клубе «Союз композиторов». А также, что очень важно, 21 апреля в Кремлевском дворце. В Кремлевском дворце. Да. В дипломатическом зале. Там будет больше песен, которые можно слушать, а не просто танцевать. И у нас будет такой акустический состав большей части. У нас там будет контрабас, аккордеон, опять же, банджо, которым уже засветили. И кажется, кларнет, да? Кларнет, да. И еще и скрипка. Очень интересно. Но прямо сейчас будет совсем неспокойная песня. Сейчас неспокойная, да. Что вы поете сейчас? А сейчас мы будем исполнять... А сейчас Луиджи, Луиджи. Споет песню на итальянском языке, второй куплет на русском, как перевод, который называется... Ямайка. Отлично. Ура. Друзья, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Это была программа «Календарь». Я Юрий Алексеев. Я Мария Василевская. Пишите нам по адресу календарь@rdfisonline.ru. Никуда не расходимся. Прямо сейчас отличная музыка. Счастливо. Jamaica,
Jamaica. Quando mi sembrava di bruciare sole due sole ardente, sai che mi pedava ritornare presso l'acqua di una fonte. Ma come potrò disertare l'arsura di questa mi cuore che dà la passione d'amor senza bruciare. Jamaica, Jamaica, небо голубое не насмотрится на море голубое. Счастье, беда, твоя тропическое солнце над тобою. С утра приласкать оно рада, но в полдень палит без пощады. Я в джунглях источник прохлады найти не могу. Ямайка, Ямайка, любовь днем и ночью, как жажда сжигает века.